Тверская самбистка вошла в число призеров международного турнира. В Казани прошел 3-й международный турнир по самбо «Кубок президента Республики Татарстан». Статусные соревнования, за победу на которых присваивается звание мастера спорта международного класса, собрали сильнейших спортсменов из 20 стран. В составе сборной России среди женщин выступила мастер спорта международного класса Дайна Амбарцумова из Твери. Действующая чемпионка России продолжает подготовку к стартующему в ноябре чемпионату мира. Турнир в Казани стал для девушки одной из последних проверок сил перед вылетом в Южную Корею. Она уверенно провела предварительные поединки, однако в полуфинальной схватке при ничейном счете 4-4 уступила по качеству и остановилась на 3-м месте международного пьедестала почета. Сегодня только бронзовая медаль. За выход в финал проиграла 4-4 по качеству. Ну, что теперь после драки кулаками не машут? Вижу, над чем работать и куда идти.